darkness on for good. Cause when it's gone, it's gone for good. Yes, someone. If you stayed out, you know we would. But advice you get through. Make it. Подловить его. Так, где ход исполнен?
Так. What is it now? Дрядки пошли. Какие-то три. Так. Разведка, что дружи делает.
Сейтому. Но это пофиг, потому что я получил опыт. Все на продажу. Хотя, если я убью быстро дриад, то я смогу их реализовать. Сейтому. Грейт на дестрайв, в принципе, мне дерева хватит.
Looking into the sun, searching for life. Together what we find, we must have. To take the numbers and letters that create this sea. That distance will combine, won't be enough. Блин, такой лол. Да, название же есть, 1.29 ПТР. Так.
Ну, если там не эльф, то в целом все нормально. Эльф, то немного неприятно. Но тоже терпимо. Это морг. Окей. Это вообще идеально. Умер. Замечиваю я. Пошел крипить ту точку. Надо было сейфово сыграть. Cannot be matched. Always creates.
здесь так быстро оказался. Блин. Странно, как он так быстро там оказался? Очень быстро. Как он так переместился? Тут что, добавили проход? Ну, пинг такой, ничего не поделать.
town is under attack. Ну, два ключевых момента. Я так и не понял, почему он так быстро оказался на магазине. Ну, он забрал все точки, это решил. 5-5 героям против моих 3-3. Очень слабо, конечно. Да не, я там плохо отыграл. Там не форсир. Ну тяжело контролить пауков в начале. Я убью ему форсира, но, блин, реально тяжело. Понятно, отличная игра нашлась. Карта такая еще. Не, Грейдис, я потерял финдов, потому что я не доконтролил. Я не доконтролил, потому что я в одном моменте переусердствовал, а во втором, ну, мне не повезло с пингом, все. Когда-то там ТЦ со стомпом ходил, нагибал. Кто там против нас? Какая раса была, пацаны? Смотрите, пишет. Да, да, Грейдис. Готов на 20 минут улетать? Реально хуман. Какого жука еще раз?
My fate is sealed. I am sanctified. Where shall my blood be spilled? I am the master. My wish is yes. Так, давайте на пинге добиваем, пацаны. Спадил нам лимит. From the depths I come. Го сразу на жир.
Капец, конечно, пинг. Они не добывают. Ну? Подпуш удастся нормально, то как бы я смогу потащить. Я могу, да? Шучка сделать.
вам как можно больше. Блин. Да, видел, Мавин. Тяжело на пинге контролить. Позже магазин сделаем.
Да. Time Happy сегодня не стримит, поэтому я за него сегодня. Но если ты хочешь, чтобы я за какую-то другую раз поиграл, ты скажи, я поиграю. Все остальные елки, которые он будет проедать, они будут мне помогать. Да не важно, что он сам делает. Здесь как бы я заправляю балетом. При таком билдодере. Это не all-in. Сейчас увидишь. Чувак не знает, что я делал, а я знаю, что я делал.
Чё, братан? Как дела? А, я забыл кое-что. Гривьяр. Ладно, нет времени. Поехали. Если бы Graveyard не забыл, уже бы выиграл, просто построил бы одного паука и все. И первых этих законтрил бы. А, тут талоны, блин, я думал ты наездников на гиппогрифах, а ты талонов. Ну это вообще отстой, чувак. Став? Это не all-in, это игра доминантного самца. Да, братан, я жду тебя. Чувак полностью отконтрил меня. Как потом говоришь, что ты не с хакерами играешь? Ноль разведки, ноль всего. И сделал полную контроль. Все знаю. On my own, I don't know the way. Lighting up the
Хорошо эти хакерки с маленькими писюнами. Просто ты герой, ничего не делаешь, чувак. Гуление по контролю. Видите, я заранее отвожу, но это пипец тяжело. Грэдис, ты вообще игру видел, чувак? Или ты просто так написал? По-моему, ты просто так написал свой комментарий. А, понятно. Много слил, у чувака хороший пинг. Он растаскивал меня нормально на экспанде. Ну и хак у него 100%. 100%. Ноль разведки, прокси-барак. С ДРкой крипил точку, которую, ну типа, я должен был закрепить. То есть на моей половине сейфово. Закрыл базу. Дополнительный барак здесь сделал. Поставил экспанд, когда я был не у себя. Кто против пуша ставит экспанд? Только тот, кто знает, где находится оппонент. Так что нет. Против гулей фейрики ни о чем. Грэдис, на 20 минут. Остудись. The time I can never forget. Looking into the sun, searching for life. Together what we find, we must have. To take the numbers and letters that create this source. That distance will combine. Дредлорд в деле, скилл на пределе.
Ой, боже, рандом поставлю. Зус, про турнир легенд не знаю, ничего не думаю. Ну, инсомни не в форме, ты видел его стату? Чек 15 лет там не играл. У него стата 56% на арене. То есть даже я в инактиве там могу 70% сделать. А у него 56, то есть прикинь, в каком он глубоком инактиве. Это как бы первый чемпион ВЦГ, победитель там и все такое. Вот. Ну, то есть обидно. Я думаю, победит тот, кто больше тренится, а из них четверых больше всех тренится Граби. Поэтому я ставлю на него, но я думаю, это не показательный турнир. Что? Какая разница, рок, не рок? Рок — это тоже игра. Ну блин, видите? Сам бог велел играть в Криплорда. Ничего не сделать, пацаны. Не знаю, пацаны. Кто там во что катать будет? Чё, так или... Не, так вроде, да? Всё равно отстойный билдодер. Плохой билдер, ну ладно. Корея против Европы. Какие там составы, я не видел, пацаны, если честно. Кто против кого там? Есть уже сетка или типа того? Реально, ВСК-2 поигрывает. Откуда инфа, Зубс? Это прикольно, кстати. Тарзейн так-то по скиллу... По скиллу, если ты про Тарзейна, то по скиллу вообще... Он разве что Хэппи на пике уступал, я бы сказал так. Из всех представителей, кто туда едет, Тарзейн только Хэппи по скиллу уступал. Всех остальных он, я думаю, был выше по скиллу. Хавк Ремайнд, эффект Ловлиет, Хэппи Лин. Фоги Фокус, сложно сказать, потому что, пацаны, я не знаю, как Хэппи играет на лане. На бумаге все выглядит круто для корейцев. То есть... На бумаге все выглядит круто для корейцев. Я так скажу. Жук.
жучкам добавили там хп, все такое. Жучков бафнули и импейл бафнули. Я не знаю, может ремастер готовят, может увидели возможность еще бабла срубить, хотя это маловероятно. Может им стало стыдно за то, что как бы игра живет и без них. То есть, поэтому, я не знаю, почему они китайцев не позвали. Китайцы одни из тех, кто игру поддерживал на, ну, как бы на уровне. Короче, много вопросов на самом деле, не знаю. Почему не позвать китайцев, реально, они, ну... Так что сложно прямо так сказать. Короче, если бы я ставил деньги, я бы поставил на Корею. Но болеть я буду, естественно, за европейцев. Думаешь, из-за этого позвали? Я не уверен. То есть, даже не попытались. То есть они помогли сделать визы россиянам, а уж в России-то тяжелее визу получить в США, чем китайцам. Это 100%. Нам получить визу в Штаты, если ты там не устраиваешься на работу или типа того, и в UK очень тяжело. То есть должна быть какая-то весомая причина. Хотя многие со мной поспорят, мол, типа в США только собеседование проходишь. Но, блин, если у тебя там какой-нибудь друг живет, сват, зять, и у тебя там есть приглашение, или у тебя на работу там job offer и все такое, то да, так это очень тяжело. Поэтому настолько тяжело, что наши поехали получать, хотя у них был бы приглас от Blizzard, они поехали получать визу куда? В Сербию, то есть как бы, блин... То есть они заморочились. Почему с китайцами не заморочиться? Вот в чем вопрос. Не хотят. Четыре. Ну это такой мой взгляд, конечно. Я немного с недоверием к Blizzard отношусь. По понятным причинам. Поехали. Т3. Ты не офигел? Шатер полегче. У тебя база горит. Пицца не разуплотняет. Копочка. Хорошая попытка, братан.
Фразетима поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает: «Привет, давай одну игру за Барсика». Ждем фана 24 человек с Майкером. Привет, спасибо тебе за поддержку. Не обязательно, но приятно. А, да, конечно, будет Барсик на каскадке. Изи. А чё, пропали трупаки? My might cannot be matched. Тут же поехали. Ну давай, жердяй, проходи. Сделал вид, что ты меня победил, и я ушел. Там сейчас Chain Lightning. Давай, пончика надо подлечить. Блин, обожаю это делать. Oops. Так, вызвали Book of Dead, послали сюда. Смотри, какие они нагибают, 330 хп у них. Ты это видел? Так, ну мне этого хватит. Блин, надо бы подлечить.
Сейчас, сейчас тебя ждет сюрприз. Мазафаза. Какой из турнир... А, какого числа? Не знаю, посмотрим. Он стоит. Братан, ты чё стоишь? Устал? Снимем агру. Пусть вышка атакует. Ну, мало ли он не прокликает. Матерь Божья. Просто лимит моей мечты, пацаны. Еще. Не, братан, у меня гули. Они сгрызают все, к сожалению. Ты можешь лечить. Можешь не лечить, это не имеет значения. Еще и успел выкинуть. По красоте. Кушать подано. ГГ. Все съели. А, стоп, 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 стоп. Забыл форсир же. Если Blizzard любили Warcraft, они бы его поддерживали последние 10 лет. Им ничего не стоило. Представь, если хватило несколько любителей, просто новичков, чтобы держать серваки, комьюнити и так далее, то прикинь, мультимиллиардная крупнейшая корпорация могла бы себе такое позволить. Ну, то есть, имея штат, например, 2 человека или 3, которые бы занимались классическими играми. Все. Чистили бы сервак. Хакеров там все такое обновляли потихоньку, косметически. Это, ну, то есть, типа, с ресурсами Blizzard это более чем возможно. То есть, ну, сколько бы у них убыло, вот, то есть, там небольшой команды из 2-5 человек, например. Ну, 5 человек, это если они там типа serious business хотят мутить. Я не думаю, что у них сейчас там большая команда. 27-го. Понял. Олимпиаду? Ну и немного. Да, конечно, бомбовый микс. Ладно, поставлю Work complete. Давайте посмотрим. Что у нас есть, пацаны? Ready to work.
это бомба. Не-не. Вот это бомба, пацаны. Просто я не знаю, что-то меня так штырит этот трек. То есть просто ремикс на Адель, да? Но пипец, какой же он бомба. Просто я не знаю. Просто супер секси. Ну вот прикинь, типа, их игры там приносят там миллионы, миллиарды долларов, да? Ну сколько бы у них убыло? Ну реально это несерьезно. Ну просто несерьезный разговор. Сколько бы они тратили на команду разработчиков? Ну, давайте посчитаем. Пусть они даже им платят там 50 тысяч в год, это как бы хорошая зарплата. 50 тысяч в год, да? Ну сколько бы у них убыло? Пяти людям. 250 тысяч. Ну это не серьезно. Причем 50 тысяч долларов в год это неплохие деньги. Не, надо вот так сделать, а то еще придет отменить. Стройка. Понятно, брат. Ну ладно. Долго бежать. Далеко вызову. Не, братан, ты не застраиваешь это. Упорный. Ну почти, братан. Какой жесткий форсир. Просто наяривает с руки. Хорошо.
Так. Давайте новый Chain Lightning попробуем. Воу. Жестко. У меня дерево будет и рабов настроен. Чё, харасим? Chain Lightning'ом. Hello, it's me. Привет, GGOneGo. Я не знаю, мне не делать трансляцию на YouTube, может меня там забанили. С какого-то момента перестало делаться. Лоим, привет, спасибо. 120 тысяч в год это топовая зарплата. Также просто чуть пассивнее буду харасить на третьем левеле. Да, мана показывается. Форсир нагибает.
Отвали, отвали, отвали. И чинлайтик, видите, по второй цели не так мало бьет, как раньше. Давай, братан, оставляй варды. Дотерский глаз поставил. Ну не слишком изи, но типа проще, да. Но идея такая, что типа ты теперь посвящаешь время другим вещам. Типа ты не тратишь на то, чтобы прокликать ману, типа отконтролируешь где-то в другом месте, игры становятся красочнее. Ну, типа так. Потому что все контролят лучше, они не тратят время на всякую фигню. Типа прокликивание маны. Но я тоже считаю, что в Warcraft это как бы основа. Ну, одна из тех вещей. Чел. I'm yours. Грифона. Эй, братан. Ты уверен? Я могу даже не строить антиэр. Я бэмом законтролю. Законтрю его. Thank you.
тобой крипчекать его или что? Типа у нас все нормально. Я думал, лучше закриплю. А, да-да-да. Если он меня крипджекнет, то мне ГГ. Chain Lightning. Не потащили шамана. Не потащили.
Песня. Надо отзвонить чуть-чуть. Бродяга. Понятно. Ну, братан, дай поиграть. Опять пробрили, что ли? Да не, не может быть. Давайте подстрелимся барсиком. Братан, на тебя вся надежда. Окей, поехали. Давай, этот грант мне столько
пользу уже принес. Что за сранец? Мне нельзя отдавать эту гранату. Сейчас прорублю дерево, построю Блин, добегался. Блин. Ну, надо, чтобы верно вышло. Хотя бы две. Бум! Бреет меня! Все, две катки барсиком. Поехали. Рандом. Да, решил Санчес аудиторию. Подумал, что это путь к популярности верный. Так как Санчес топ-1 на ГГ стример. Подумал, что... Thank you.
ну, на донаты и на личные деньги ребят, которые держат сервера. Смотри, 4 стакана. Мы с БСП не пили. Блин, а чё игра не нашлась? Да, Яросенин, поймал ты меня, поймал. We'll be right back.
Да, матерь Божия, что это такое? Почему игры не канались? Там же все написано. Мы ехали в Белгород к Майкеру в гости. Там же все рассказано. Так. Против эльфа я, да? Ну блин, мы не круто сыграли, Бзик. Плохо сыграли. Мне надо было ориентироваться на свои колы, как капитана. А не слушать нубасов, которые нервничают. Кстати, эльфа, ну я и раньше-то с форсиром харасил. Сейчас еще проще, потому что волки даже первого левела не диспелятся. Это лол на самом деле. Я не знаю, что там орки так переживают. Просто не хотят учить игру и все. Нормально все. Сейчас смотрите, за форсиром захараш. В щи. Готовы, пацаны? И потом застрою. На Т2 без шансов. Вот мой план. Готовы? А, это орк. Блин! Ну ладно, план тот же. Пацаны, все равно план тот же. Эльф, орк, какая разница. Согласна? Че там, блейдмастер у тебя, дружище? Харасим этих рабов. Нормально. Размен в плюс.
Не, сейчас жестко будет. Да, да, я файл. Нет. Даже по свиткам зверя нагибаю. Минус 2 гранта. Минус свиток зверя у пацана. Забывай, что здесь невидимые эти. Да, у него все плохо. Еще он змейки взял. Лечимся и застраиваем. А, да, красиво. Красиво, красиво. Инву. Красиво. Еще так он провязался, так, типа, чтобы я вообще меня разорвало одно место, типа супер медленно, так с задержечкой. Все красиво. Ну а это парню отдал форму. We need more.
Так, мана подлечить одного героя. А, ты так хочешь подраться? Давай. Один в два, как учил Пипс. Развалю его кадуем. Строю только кадоев, пацаны. Только кадоев. И верно. Смотри, как они застреливают тебя. Бам-бам-бам-бам-бам. Нет. Только кадой. Один. Один в два. Жрем. Один в два. Один в два. Жрём рабов. Сожрали. F1 F2. Так. ГГ. Маскадой, бэйби. Кадой, кадой, не может съесть. Орк против эльфа. Но это кипер и просто легчайший. Просто легчайший кипер, имба, закопка. И победа. Прикольно. Такая типа обрыв такой.
Погнали, кипер. Хотел виспом проатаковать енота. Спасибо. Спасибо, крипы. Спасибо, крипы. Профессиональный эльф в здании. Так, давайте, попытка номер два. Окей. Нормально. Привет, Барсик. Зря не убил колодец. Даже если я отдам кентавра, это вообще пофиг. Да, естественно, ему такой размен на руку. Ну да, кстати. Insufficient gold. The time is
Ну, братан, теперь моя очередь тебе досаждать. Героям-то увеличили. Почему? А. Так, переводим вестпаш, что нас не криджекнули, тупо. Что важную точку будем крипить. Что собирается. Research.
Standing by. Is now. I stand ready. Command me. Должен убегать? By the spirit. Naturally. So shall it be. For Kalimdor. The time is now. By the spirit. Who threatens the wild? Our warriors have engaged the enemy. The wild. The time is now. We have your building. Your building is complete. Hello. Our warriors have engaged the enemy. For Kalimdor, I stand by the spirit. Waiting on you. Threatens the wild. Well, there it is. So shall it be. Our sacred grove is being desecrated. I am strong. Is there danger? Command me. I speak your name. Everything. Research. Качнемся до шестого. Уязвимость на 3 секунды. Поехали. Thank you.
Хорошая попытка, парень. Деревья забороли. Да. Не только корни, еще тренты. А диспон ему не хватает. ГГ Анелау поддержал ваш канал на 100 рублей. Спасибо. И сообщает за красивую игру. Спасибо. Ладно, пацаны, уже поздно, пойду спать, отдыхать. Всем счастливо, увидимся. Еще 1.29 поиграем, конечно,
ну, необычный патч, пока сложно сказать. Надеюсь, Blizzard не уйдут в казуальщину, ну, типа, упрощая игру. Вот, как они делали там с СК2 и так далее. Про всякий Hearthstone и так далее молчу. Вот, но какие-то изменения мне нравятся. Фарсир, конечно, стал намного сильнее. Мне кажется, орки зря начинают жаловаться. Ксардас, ну есть, но обычно это не используют. Ну, потому что, типа, какой смысл? Но если я хорош его так и так, да, то я могу вызывать трендов у него на базе, удлинять ему добычу леса. СК2 не казуальщина, но они оказуалили там же с каждым патчем и так далее. Раньше там было прям по жести, сейчас там все равно, конечно, сложно, но там типа рабы сами разводятся, все такое. Вот, раньше такого не было. Ну, то есть, типа, по минералам. Раньше нужно было их прокликивать, там, несколько СКВ на каждый минерал, чтобы добывалось равномерно, там, и все такое. А сейчас рабы сами разводятся, ну, такие всякие темы. Вот, я не говорю, что, понятное дело, StarCraft 2 одна из, там, немногих хардкорных игр, которая осталась. Ну, Ксардас, в 1.29, видишь, сейчас... ХП мана видны в полоске по дефолту. Вот. Полоски ввели, там все такое. Я надеюсь, они на этом успокоятся. Ну, ускорение героев, я думаю, это просто ускорение темпа игры. Ну а мана? Мана как бы это значимое увеличение. Да не, не побежит. Просто типа раньше же... Ну ты просто представляешь, да, расклад, например, орк против эльфа дерется, эльф играет в талоны. Как бы... Раньше надо было прокликивать, сейчас ты видишь, у какого талона какая мана есть. А со временем ты привыкнешь, что вот такое вот количество ХП, это один циклон, вот такое это два. То есть понимаешь, ты уже будешь визуально даже ориентироваться со временем. Ну вот и такие темы. Я, например, ну и многие хумы, которые там играют за Архимага, они привыкли, они уже знают, что вот такое-то количество маны, вот сверху на иконке у него, да, это 100%... там LM, например, вплоть до там плюс-минус 5 маны, понимаешь? Демоном Хантером, прикинь, как маноберны делать. Вот, например, у многих эльфов проблемы с грамотными маноберными, причем на топовом уровне. Приоритет маноберов, а сейчас все это видно. Ну, то есть, как бы... Да не, Андрючо, она задротская, я не спорю, но Брудвар еще более задроченная, например. Еще более задротская. Я просто говорю, что в СК2, на мой взгляд, раньше было типа жестче. Но вот сейчас все равно жестко, но раньше было жестче. Ну да, Ксардас. Ну не то, что больше не будет, но типа, если они и будут, то только по. То есть. По желанию игрока самого. Да ну ладно, собственно, не гони. Моноберн сейчас супер сильный спел. Он как бы просто 100, 200, 300 это из разряда, когда молотки можно было кидать в зайне. Ну согласись, 300 моноберн, ну как бы, ну чувак, ну это не серьезно. Один моноберн, у пятого имки нет маны, ну как бы... У пятого деки нет маны, у пятого лича осталось там треть маны. Ну как бы нет, не серьезно, чувак. Вот. Ладно, ребят, увидимся. Пока, всем до связи. Счастливо. Был рад всех видеть. С праздником еще раз всех пацанов. Удачи, уважайте друг друга.